Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Assassin's Creed Chronicles China, да? И продолжаем, в принципе, проходить вот эту игру. Сейчас это у нас третья миссия. А мы будем топать, я не знаю куда. Опа, нас запалили, нас пать. А, ну, в принципе, да, выйти сейчас. Нам даже звук показывает, что как бы мы слишком топаем. Наверное, в принципе, просто нужно... Нужно... Крыса. Ну, это, знаете, порт, что ли, и очень как-то громко вот это все тут делается, как я заметил. Так, сейчас. Ух, нифига себе. Это круто. Мы будем стараться как можно быстрее вот это все проходить, никого убивать. Так, сейчас. Ага. Так, сейчас, я понял. Я понял. Круто, круто. Дальше. Я, в принципе, наверное, в правильном направлении иду. Мы будем пытаться как можно быстрее вот это все пройти, как можно быстрее даже по сути пройти вот эту игру. Опа, спрятались. Ага, не двигайтесь, и приближающие странники вас... Странники, какие странники? Стражники. Вас не заметят. А, они базарят, им похрен, в принципе. Ну, как всегда. То есть они не видят, что там у них происходит. Ага, это круто. Только я не понимаю. Да вашу мать. Ух, ребята, жопа мне. Так, ну ладно, одного мы убили. Двоих мы убили. В какой-то степени это круто. Опа, это что такое? Свиток. Ну, пасхалочки небольшие, то есть мы всякие дополнительные задания проходим, что ли? Ну, вот тут, как я понял, в этом порту нужно пытаться как можно тише вот это все сделать, потому что, ну, много тут всякого вот это, которое топчется, то есть очень громко слышно. Это что у нас? Ножики? Ну, ножики у нас на максимум. Так, давайте быстренько, чтобы проскользим. Опа! Ну, не скажу... А ну давайте как можно дольше проскользить. Получится ли у нас? Ну, нет, то есть, конечно, мы же это все не сможем. Я хочу, в принципе, как можно быстрее вот эту игру пройти, чтобы, по сути, даже с ней не затягивать, да? Так. Опа, ну это круто. Чтобы, в принципе, с ней даже не затягивать. И мне действительно кажется, что это будет нормально, потому что мы не будем очень долго ее проходить. И не будем вообще долго... Так я же тут за этим прятался. Ага, хрен ты к нам. Вот мудака. Так, и начали. Замечательно. Ну как замечательно, мы же убили стражника, но все же. А я вообще надеюсь, мы в правильном направлении идем? Ну вроде в правильном. Убейте трех осведомителей там плиеров. Охренеть. Да иди ты в жопу. Ребята, эти арбалетчики такие бесячие нахрен, что это с ума можно сойти, если честно. На тебе, мудачина. О, ну тут сено тоже есть, то есть, да, можно скрываться, я всегда вот это забываю. Угу. Это у нас там мечи, ножи метательные, но они нам не нужны. У нас по фулу. Фу. Так, ну смотрите, ребята. Куда нам нужно? Мы сюда пришли, нашли какую-то пасхалочку небольшую, точнее... Ой, нет. Лучше ты лезь наверх. Я вижу там всякие арбалетчики. Во, сейчас ты можешь прыгать.
Этот дурак нас не видит. Нет! Опа, замечательно. Хотя бы нас не увидел, да? Он вообще может нас запалить? Он вообще как бы будет разворачиваться? О, дурак. Зря ты развернулся. Потому что... Ты понял. Ух. Это я случайно сделал. Не хотел, я как-то, знаете, случайно даже прыгнул и случайно его убил. Опа, нет, давайте сначала назад. Там была пасхалочка, да, вот. Ну, как, не пасхалочка, какая нафиг пасхалочка? Пасхалочка — это спрятанный какой-то предмет, который вносит, не знаю, какое-то удивление в игру. Это просто спрятанный какой-то материал, где мы можем найти всякие вещи, да. Это как бы фрагменты воспоминаний, что-то такое. Ага, вот, замечательно. Пошли дальше, ребята. А, нет, нам сюда. Фу, метательные ножи, я вижу. Ага. 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 Ну, сюда мы пришли. А дальше? Стражник с деревянным щитом. You can do better, Shao. Let's go again. Good. Keep. Ага. You've got it. Now let's deal with enemies that block your attacks. Use a standard attack against the enemy with a shield. Try again. Enemies with shields will repel standard attacks. То есть только сильные. Use a heavy attack to degrade the enemy's defenses. Ну давай попробуем. Good. Ага. Keep going and destroy his shield. Good. No. Keep going. На, ага, увижу, сейчас вижу, то есть нужно вот эти атаки выполнять, да? Ну да, я это понял. Ну да, сложненько. То есть, в принципе, вот, нас обучает даже... Ой. А сейчас что? Просто их перепрыгнуть? Ну да, они же дебилы. Так, это что у нас? Ну, это они не очень круто сделали, если честно. Ой, да твою... Нет, не палите нас пока что не палите. Вот сейчас. Так, я же сделал подкат. То есть, я понимаю, там нужно подкат сделать, чтобы эта хрень не успела опуститься, и чтобы мы смогли... Вот. Ну, как бы... Стражник с фонарями могут вас заметить в темноте. Ух ты, охренеть. Ну, это более так хардкора, что ли, придает в игру. Твою мать, а. Ну, иди сюда. Иди сюда. На, на. Ну что, а сейчас что? Он, в принципе, нам даже... Урона нормально нанес. Ага. Сейчас понятно. Так, а то я так бегу себе, как ни в чем не бывало. Ну, хотя бы вот, ну, ой, так. Ага, понял, понял. Понял. Здрасте, мордасти. Да иди ты в жопу, конченые арбалетчики, вашу мать. Так. Ну это ладно, это мы нашли. А как-то я дальше не понимаю, куда нам нужно. Нам... Нет, ну вниз спускаться нам не нужно. Сейчас так. Вот. А дальше, наверное, вот туда наверх, что ли? Нет. Ага, вот сюда наверх. Так, там нас сверху ребята палят. Поаккуратнее. Вот так. Тихонечко, тихонечко, арбалетчик. Не пали нас. А сейчас что? Вот так. Ага,
Ну, ладно, как там мы сумели? Я в правильном направлении бегу. Я надеюсь. Ты паскуда? Ой. Ты мне даже секунду времени не даешь на то, чтобы тебя ударить. Как это вообще реально, чтобы я тебя ударил, если у меня даже минутки времени нету, чтобы тебя ударить, потому что ты нас палишь? Я как понял... Ух, сейчас. Опа, ребята, я опять сюда прошел. Смотри, наверх нам нельзя, наверное, нужно туда. Или вот сюда. Я надеюсь, я правильно лезу. Так. Ага, не успел. Так. Сейчас нам куда? Сейчас нам, наверное, спускаться. Так, я что-то не понимаю, куда нам нужно, если честно. Ну я вроде как бы правильно, да, иду. То есть сюда, нормально. А что вот тут от меня вот это хочет? Хрен его знает. Ладно, ребята, сейчас мы попробуем что-то найти, какие-то пути. Угу. Наверное, вот сюда просто через мост поверху нужно. Только тут мы уже были, да, вот тут мы убили вот этих трупаков. А, у нас же карта есть, точно. Отдалить, вот. Ага, то есть нам дальше нужно, а как нам? Хм. Ну давайте дальше, ребята, попробуем. Сейчас я попытаюсь сам пока что, чтобы не париться. Так, ну в принципе я уже понял, куда нам нужно идти. В принципе, дальше продвигаться по нашему порту. Ой, нет, 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 не сюда, не сюда. Фу, ну, чем дальше, тем задание все дольше и дольше и дольше. И мне кажется, это не очень круто, потому что иногда не хочешь так долго вот это все проходить. Вот так. Если стены вернулись, они что, вздумают штурмовать крепость? Не, чувак, я сам вздумаю ее штурмовать. Так, сейчас. Ну, ух, ни хрена себе кораблик большой. Ух ты. Так, стой там. Стой там. Так. Угу. А туда вниз мы не можем пролезть. Но он нас не сможет запалить, как я понял. Нет, сможет? Он идет сюда? Зря ты пришел, чувак, зря ты сюда пришел. Смотри, вот эти дебилы, они как-то, знаете, то есть... Да. Вообще незаметно, нахрен. Вообще незаметно. Обернись, пожалуйста. Ну хотя куда ему там обертаться, да? Мудак. Я думал, мы туда можем пройти. Ага, сейчас. Они нас надурить хотели, то есть они думали, я эту хрень не увижу, но нет, я увидел. Это еще ну... Ой, 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 ой. Это еще за этим нужно следить. Чтобы они вот эту хрень не заметили. Точнее, чтобы мы заметили вот эту всю хрень. Где это все находится, чтобы мы знали, куда это идти. Убейте трех осведомителей. Осведомителей. Ладно. Я как-то куда-то не туда. Опять как-то куда-то не туда.
А нет, а мне не туда, вот. Вот куда мне нужно, да. Да, вот сюда, вот сюда. Молодчина, в принципе. Вот сюда нам и нужно было. Так, замечательно. Сейчас это открыть, как я понял. А зачем нам туда наверх тогда? Может, тут какие-то спрятанные материалы есть? Или там наоборот? Ну вот тут, да, я вот тут что-то вижу. Так, дебил. Дальше. И да, в принципе, тут ничего нет. Туда. Нам сюда, наверное, только нужно было идти, чтобы вот эту хрень забрать. А я так и не понял, что это такое до сих пор. Ну, какие-то фрагменты воспоминания, то есть они большой роли не играют, то, что мы их будем собирать как-то, ну, сами понимаете, смысла большого нету, но все же. Фу. Ой, нам, наверное, опять сюда. Там нас палят, но... Да, я надеюсь, что нам сюда. Там много всяких людей, но я не знаю, нужно ли нам их идти убивать или нет. Мне кажется, нет, вот этот чувак на мосту вот там стоит. Наверное. И дальше что? И дальше что? Ладно. А, я понял, ребята, смотрите. Я понял. Наверное, вот так. Только тут я хрень... Вот. Да. Вот, я понял. Угу. Ну, норм. Ну давай я... Все понятно, все ясно. Давай, пропадай вот эта хрень. И мы потом... Так, мы там ничего не... О, давайте... Да, вот что мы забыли. Давайте лучше еще мечики возьмем. Не мечики, а кидательные вот эти хрени. Потому что они действительно пригодятся нам. Ну, дурак. Нужно было тебе раньше обертаться, но... Разворачиваться. Не успел ты, чувак. Ну, нам еще одного вот этого тамплиера нужно убить. А где он? Лучше бы вы это не делали. Элитный арбалетчик. Ну, конечно, у него радиус нахрен обзора километр. Разворачивайтесь. Эй, не... Дурак, вот ты дурак, зря ты сюда шел. Быстро, о, норм. Твою мать, запалили. Расследование, ну у него идет расследование. Я не знаю, ребята, сейчас давайте подождем немного. Пока он там нарасследуется, Шерлок Холмс, нафиг. Это круто было. Мы так проскочили. Охренеть. Так, ладно, иди сюда. Он нас очень так хочет запалить, я вижу, но нам нужно, я не знаю, нам нужно, наверное, вниз куда-то спуститься. А твою мать. Привет. Так. Ага. Я... О, да, нам сюда нужно. Фу. Ух ты, что стоять. Там какая-то... Вот, опять нашел. Ага, и сейчас назад. Обнаружение быстрых убийств. Но там статистики, каждый вот этот периметр, то есть каждую контрольную точку.
Ага, то есть нам не сюда. Нам нужно вот там сзади обойти. Мы только вот тут собирали вот эти хрени. Ну, ладно, пойдемте. Ребята, серия опять длинная, наверное, получится. Как вы видите, в серии все дальше и дальше длиннее становится. А я не знаю, сколько тут вообще миссий. Будет круто, если тут, например, где-то... Ну, миссий так... 10. То есть, если больше, это уже будет, ну... Ну, очень, очень долго, да? Так. Не пали нас. А, у нас и так не видит. Он сейчас сюда, дебил, зайдет, и мы его бабахнем. А, вот сейчас я уклонился. Я уже такой просто жал С, чтобы он меня не убил, и чтобы он меня даже не попал. Я сумел, ребята, это сделать. Так. И, как видите, ребята, я прям очень как-то быстро пытаюсь вот это все пройти. Я прям лечу туда-сюда. Ага. На мосту все в порядке. Ага, то есть они туда бегут, а нам куда нужно? А нам... А нам дальше вот туда, на гору нужно, как я вижу. Ага, то есть сейчас. О, твою мать! А хотя я это даже лучше сделал. Смотрите, придурки. Как мы их облапошили. Запалились, они туда побежали, а мы их обманули. Ох. Ассасин бронза. Ну, бронза так бронза. О, неужели? Конец миссии, ребята. Ух, долго, долго. Ну все же, ребята, давайте уже на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Не забываем вступать в нашу армию братства крутых перцев. Не братство ассасинов, а братство крутых перцев. Все, что вам нужно, это просто на меня подписаться, поставить лайк. И было бы круто, если бы вы также оставили свой комментарий. На этом, ребята, мы заканчиваем. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.